Энергосбыт с просьбой рассмотреть возможность выдачи наряда на отключение ввиду того, что они превысили свои полномочия, просто осуществили захват земли. Земли, а по поводу электричества-то? И расторгли с ними, естественно, договор. Нет, то есть вы письмо будете составлять в Энергосбыт на основании того, только что у них увеличена площадь, а не на основании того, что они неправильно подключили. Здесь не можем. Хорошо, а если мы сейчас... И на основании пункта 2.4.8 правил устройства электроустановок, что размещение кабельной линии превышает, подождите, сейчас, секундочку. Хорошо, а если мы сейчас вызовем, я не знаю, МЧС, пожарные, ну как бы это же объективно пожароопасно. Да, конечно. То есть мы можем их вызвать. То есть сейчас вызываем МЧС. Уже нужно было. Пожарные могут предписать, да? Да. И на основании